Друзья, в наше непростое время сейчас кэшбэк это есть очень даже хорошо. Сейчас мы с вами выведем тот кэшбэк, который у меня пошел по рефералам. Давайте посмотрим в целом, сколько мне пришло денег. Вот я получил раз по 150, остальные по 50 у нас рефералы идут. И где-то здесь у нас был второй. То есть вам нужно скачать приложение по моей ссылочке. Вот и второй раз пройти регистрацию, и вы получаете данные денежки. Можете пользоваться, выводить на карты без комиссии и так далее, и так далее. Очень большие преимущества, кэшбэк и скидки. Но самое главное то, что работает реферальная система, и это приятно. Ссылки в описании под видео и в закрепленном комментарии. Всех приветствую! Сегодня я вам расскажу о том же, что случается с вашим приложением CapCut, если вы его используете. Почему у вас некоторые фрагменты, которые вы склеите без звука, как исправить так, чтобы это было уже нормально, не дожидаясь обновления. Досмотрите видео до конца, я вам расскажу, как это сделать. Добро пожаловать на канал Эксперт, с вами Владимир. Artlist.io. Смотрите, друзья, с чем вы можете столкнуться. Допустим, я возьму там пару видеороликов, у вас здесь их может быть множество. Бывает так, что вы, когда монтируете, просто сталкиваетесь с тем, что когда переходит на следующую дорожку, просто пропадает звук. Как это исправить? Вы нажимаете на видео, ищете пункт «Извлечь звук» и делаете точно так же с другим треком, чтобы извлечь звук, потому что когда вы извлекаете звук именно с одного видео, с другого видео, здесь уже такой ошибки не может быть, то есть будет плавный переход. Именно вот это вот так вот лечится. Если у вас нету именно такой проблемы там, или она есть и там не решает обновление, то всегда вот таким вот способом вы со звуком точно порешаете. И напишите мне, если у вас битрейт, вот как у меня на iPhone 12 есть, а допустим на iPhone SE у меня этой функции нету. Почему, мне интересно, на некоторых устройствах есть, на некоторых нет этой функции. Точно так же будет мне очень полезно, обязательно напишите, но решение для вас есть. Так, друзья, как сами видели, все в принципе очень просто, легко и доступно. Вам просто нужно будет каждое видео отделять звук, вы просто всю одну звуковую дорожку делаете, и никаких проблем вы не будете испытывать. Все в принципе просто, довольно, и никаких сложностей в этом нет. Если вам понравилось видео, подписка на канал, прожмите колокольчик, оставьте позитивный комментарий, расскажите друзьям об этом канале. Дальше больше, скоро увидимся. Music licensing reimagined. Artlist.io.